Всем привет! Добрый день! Вы на канале Софи Элис Лайф, и сегодня мы будем открывать двух хомячков. Да. Hamsters in House. Хомячки в доме. От компании Zuru, да? Да. Вот такие вот хомячки. Да. Мы давно хотели завести хомячков. На живых у нас пока нет возможности. Мы завели вот таких замечательных хомячков. Тём, покажи нам коробочку. Вот этот хомячок, смотрите, какой классный. Он такой леопардовой раскраски и с розовой машинкой. Всего можно собрать вот таких замечательных 9 классных мимишных хомячков. Есть мальчик, есть девочка. Да, есть мальчики, есть девочки. Вот смотрите, можно отдельно приобретать вот такие вот дорожки к этим хомячкам, домики, магазинчики у них тут есть. В общем, что-то там только нету. У нас вот такой есть хомяк с машинкой. Держи, Артём. Соп, покажи своего. А у Софии вот такой милый мимимишный с зеркальцем и с короной. Вот такой розовенький. Давайте посмотрим, как его зовут. Софинова зовут Дейси. А Тёмочкиного зовут Пенат, Орешек. В общем, у нас Дейси и Орешек. Ну что, давайте Нет. открывать? Давай. Зерик, давай его назовем Зерик. Зерик? Давай назовем. Открывайте, распаковывайте, посмотрим, давай, чего они умеют. Так. Анна, давай я помогу. Такие пушистые, красивые. Открыть. Такие пушистые. Ой, какие классные хомячки. Интересно, что же они умеют делать? Ну, да. Интересно, что же они умеют делать? Сонин хомяк наконец-то распакован. Тут даже есть... А ну покажи, что там. Ой, посмотрите, у Софиного хомяка... Это, видимо, в спальне туалетный столик такой, где она может, эта девочка Дейси, прихорашиваться, бусики всякие на себя мерить, духами пользоваться, шкаф вот у нее для одежды. Так. Совсем ничего не достанет. А у Артемычева хомяка, посмотрите, есть дерево. Заборчик, кустики. Вот такой классный розовый заборчик. Вот маленький хомяк. Вот такой. Так, хомяк. У Сони в комплекте еще идет зеркальце, расчески и еще что-то. А ну давай покажи. Я покажу, а ты пока свою машинку доставай. Так, вот смотрите, какие классные аксессуары у Софиного хомяка. Вот такое зеркало. И расчесочка. Сейчас мы откроем. София, открываем расчесочку зеркала? Да. Поближе посмотрим. А, какие хомячки классные. Вот такое милое зеркальце. Очень милое. София, держи зеркальце. Спасибо. Так, и вот такая вот милая, замечательная расчесочка. Розовая. Сейчас я покажу. Вот какая, посмотри, какая красивая расческа. А вот красивущая. Тут хомяки уже готовы. Боже мой, тут еще тиара для хомяка. Вот какая милая. София, ну дай-ка я надену твоему хомячку тиару. Или на Артемыч, ты одень. Я не знаю, как. Но, по-моему, вот так. Ой, милаха. Давайте теперь рассмотрим самих хомяков. Вот они такие. Это вот Дейси Софина. Какая милаха Дейси. Они такие пушистые. Тут у них идет отверстие, где батарейка вставляется. И вот такие вот щеточки. Вот такая вот машинка. Брум-брум. Держи, Тёмыч. А это Орешек. И Над. Ну-ка, Орешек, покажись нам. Какой милаха Орешек. Ой, такие ушки у него розовые, мимимишные. Тём, тебе нравится Орешек? Ну да. Классный. Это вот у Орешка вот такая машина была. Еще это вот такая вот. В комплекте. Классная машинка. Ну чего, они включатся, нет? Давайте попробуем. О, мой работает. Ой, какой милаха пополз. Побежал.
Вилки и Сониного. Сонь, давай включай своего. Ой, какие вили! Привет! Куда вы пошли? Куда вы пошли? А давайте как и надо в машину посадим. Так, давай, давай. О, орешек поехал. Что с такой скоростью крейсерской вообще? Так, орешек у нас едет на машинке, а Дейси его встречает. Привет, привет! Так, а вот так хомяки быстро бегают на гладкой поверхности стола. Мы решили протестировать, как они на гладенькой поверхности бегают. Вы видите, что они гораздо быстрее. Вон, хомячок на машинке наш пенат, смотрите, как он машинку ведет. Мяу. В общем, они носятся нормально, как угорел. Дейси так поворачивает, классно. Орех тоже классный. Орех, иди сюда. Привет, Орех. Вот, видите, с какой скоростью они носятся? А ну, Тёмыч, посади Ореха в машинку. Вот, Орех на машинке. Варя, мяу. Массовые погибли. Вот. Так что лучше их запускать на гладкой поверхности. Видите, у нас покрытие на столе было такое, видимо, немножко шершавое. Им трудно было по нему бегать. Они медленно-медленно бегали. А тут они, видите, на гладкой поверхности стола с какой скоростью носятся. Ну ладно, продолжаем. Вот тут забор, указатель, кустик и дерево. Ой, супер, как мило. Все, пената за забором вместе поехал. Пенат очень рвется на свободу. Посадите его в машинку. Дерево классное, прикольное такое дерево. А теперь можно, можно таких много распечатать, сделать лес. Целый город хомякочковый. Хомякочковый город. Может, ее причешешь? У нее же вон есть зеркальце и расчесочка. Давай тогда выключим. Давай, выключи, причеши ее. Ой, лови орешек, сейчас упадет. Посадим-ка мы его в забор. Да, пусть он там не хочет сидеть. Вместе с забором пополз. Вот, Софи, причес. Давай, 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 наводи прическу там. Дейси, наводи прическу. Готова девчачья комната. Ой, давай покажу. Посмотрите, какая девчачья комната замечательная. Это куда? С туалетным столиком, шкафчиком. Там даже вон на туалетном столике стоят всякие разные духи, туалетная вода, цветочки. Чтобы они не влезали. А ну давай, Дейси, сюда посадим. Ну как вам хомяки, дети, понравились? Да вообще супер. Нам очень понравились Hamster in a House. Мы, наверное, вот будем еще собирать каких-нибудь вот таких пушистых зверей. Я не знаю, мне еще очень нравится Snowflake. А, и кто еще? Вот Поппи еще прикольный. Можно собрать. Надо купить еще домик и, может быть, дорожку для хомяков. Ну все, Софи, Софи. Пока-пока. Артем. До свидания. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Не забудьте поставьте пальчик вверх. С вами были Софи, Артем и хомяки. Дейси и Пенат Орешек. Пока.